Здравствуйте. Так. Прямой эфир веду из Басика. Недавно потренил. Вот. Поэтому так. Так, что у нас там? Здрасте. Так. Что там у нас? Здрасте, привет. Привет всем. Задайте мне какие-нибудь вопросы, на которые я попробую найти ответы. Веди давай. Вести кого? Так, я сейчас в бассейнчике. Вода теплая, тренировка бомба была. Что еще? Дела? Хорошо. Так, что там еще у нас? Рука дрожит, честно, я хотел что-то показать вам. Но нет, не покажу. Ростову привет огромный. Это ты футболку постирал. Типа того. Еще в машинке надо повторно. Так, какой цвет глаз у вас? У меня какой-то серо-зеленый. Иру ждешь еще? Расскажи про свое питание. Блин, вы знаете, пару дней уже вот как питаюсь, чем попало. Немножко про... Вот, а ты что до сих пор... Один, меня ждешь, наверное. Так, я один, никого не жду. И должен был выйти без, он что, уснул? А, вышел, вон. С кем ты? Кто нравится? Я ни с кем. Пинчук нравится, но боюсь, Пинчук у нас ничего не получится. Что с рукой? Ожог. Привет, Витюш, здравствуй. Так, какой у тебя идеальный рост девушки? Какой для тебя? У меня нет идеального роста для девушки. Такой хорошенький, спасибо большое. Ведь ты лучше, спасибо. Что тренил? Когда будут новые отношения? Или ты еще с ним не готов? Я не готов к новым отношениям, тренил грудь. Какие девушки тебе нравятся? Блин, мне нравятся красивые девушки. Блин, ну, наверное, у всех есть такой некий идеал, который невозможно, наверное, достичь. Из Великого Новгорода привет, привет Великому Новгороду. Давайте все поздороваемся с Витькой. Витька! Здравствуйте! Кто это? Ты ангел, который спустился с небес. Унижать и любить. Девочки, так. Так, стоп. Все. Ну, ты еще, привет. Так, счастья тебе. Спасибо большое. Саша, привет, Поповой. Салам алейкум, говорят. Малейкум салам, братцы. Тобольску привет большой. Тракторист спит? Нет, тракторист сейчас в эфире был, насколько я знаю. Как дела, Витя? Нормально, лучше, чуть поинтереснее, правда, что-то в последнее время спать много хочется. Так, что еще у нас? Выздоравливаю, спасибо. Тебе нравятся полные девушки? Честно говоря, нет, мне не нравятся полные девушки. Я считаю, полнота – это признак лени. Скучаешь по Саше? Нет, привет, молодец, отвечаешь на все. Стараюсь, ребят. Так, у меня сейчас руки мокрые, я думаю, что я могу натворить какую-то чушь. Гукова, привет. Белос из Великого Новгорода тоже привет. Обязательно передам. Привет из Харькова. Харькова тоже привет. А где Валера? Блин, Валерка болеет, поэтому он что-то не появляется. Привет Азербайджану тоже огромный. Привет Баку. Что еще вам сказать? Привет. Как дела, Марьянка? Привет, я купаюсь. А ты к Валерке, да, походу? А почему? Ну, поговорить с ним, у вас же все хорошо. Ну, нормально у вас все. Да ну перестань, все отлично, Марьянка. Давай, связь. Вот, привет, бедняжка. Голос классный. Спасибо большое. Вон Марьянка пошла. Молдова вперед, Молдова вперед. Я в твоем вкусе. Я вроде смотрел твою страницу, да, ты красивая девочка. Вот.
ты что такой уставший? После трешки. Твери привет тоже огромный. Так, пусть выздоравливает. Обязательно скажу Валере, чтобы выздоравливает. Краснодару тоже огромный привет. Соскучился очень по Краснодару, на самом деле, да и по России, в общем. Почему игнорируешь в личке? Потому что я, ребят, просматриваю около там 50 сообщений в день, что-то отвечаю и все. А может и того меньше. Просто не хватает ни сил, ни времени на это. Кто вместо Юли? Не знаю пока. Витя, сучка. Кто пишет такое? Привет из Киева. Киева тоже огромный привет. Сейчас все вышли в эфир, да. Привет, Твери. Твери тоже привет. Огромный привет. Ты очень классный. Спасибо большое. Так, привет из Челябинска. Челябинска тоже. Иди, я массаж сделаю тебе. Так, прекращаем. С Крыма привет. Привет Крыму. Огромный. Так, сколько сейчас у вас время? 23:41 у нас. Привет с Мурманска. Мурманску тоже огромный привет. Когда на поляну? Я не знаю точно. Бодро выгляжу. Спасибо большое. Ты хороший парень. Спасибо вам. Привет из Питера. Питеру тоже привет. Ехай в Россию уже. Ой, как я хочу иногда в Россию, но не сейчас, ребят. Не сейчас. Я еще нужен. Так, я пишу. Привет, Витя, сучка моя. Чего я тебе говорю, чего это, сучка? Ку-ку. Полегче, воу-воу-воу. Так. Риге тоже огромный привет. Ты хочешь уйти из дома 2? Вы знаете, двоякое чувство. С одной стороны, мне кажется, что я уже ничего не смогу. С одной стороны, я ничего... Шева не пишет. Мне кажется, что я уже ничего не смогу дать этому проекту. А с другой стороны, мне хочется здесь еще побыть. И может быть, во мне проснется еще... какой-то дух, дух любви, что ли, не знаю. Рост 207, Милана, забирай, понятно. Привет Крымску большой, о, Крымск. Крымск, Усманова из Крымска, я знаю, так. Ты в курсе, что Шева с Араем? Конечно, в курсе. Как там Шева, общаетесь? Нет, не общаемся. Привет из Азербайджана, Азербайджан тоже привет. Яба тоже в прямом фу, ведет себя трэш. Честно говоря, про Ебарова не могу сказать однозначного мнения. Раньше думал, что он полностью не прав, но сейчас в некоторых вещах я его понимаю. Просто сам 10 лет был в браке и знаю, как это расходиться тяжело и что по этому поводу вы все окружают. Что по счету Пинчук? По счету Пинчук ничего не могу сказать. Я с ней вряд ли буду. Просто нормальная девчонка. Не унывай, хорошо, не буду. Видите, как там у тебя зарплата, сколько платят. У меня нет зарплаты, у нас рекламные деньги. Смотря сколько рекламы, а рекламы я сейчас снимаю очень мало. Так что судите сами. А у меня рост 185. Неплохо, у тебя все будет хорошо. Спасибо большое, привет из Сочи. Сочи тоже огромный привет. Привет Югу России вообще, Краснодарскому краю в целом. А к тебе можно прийти? Нет, ко мне, наверное, не стоит приходить. Я сейчас не готов для новых отношений. Или, ну знаете, на самом деле у нас хватает девочек, с которыми можно помутить, ну или что-то сделать, но... Пока не готов. Из Сочи привет. Еще раз Сочи привет. А дети как твои? Что? Я с ними очень редко общаюсь. Я полностью виноват. Мне очень грустно. Безус на старой вилле. Вот сзади меня где-то. Суть-то не в этом. Просто не уважает Яба своих гостей. А, не знаю. Я не знаю, как он с гостями общается. Как дела? Нормально. Яба с Марго? Да. С кем ты хочешь быть? Пока ни с кем. Смотрю на тебя сейчас в эфире. И как там, что там в эфире? Из Москвы привет. Привет Москве огромный. Привет с Мурманска. Мурманска еще раз привет. Ты очень закрытый. Закрытый? Нет, ни в коем случае. Витя, передай Людмиле. Новожилова Людмиле привет огромный. Привет из Ставрополя. Ставрополь, привет. Я уже иду к тебе. Перестань, Гукова. Рязка как там? Рязка нормально себя чувствует. Привет из Казани. Витя, Казани тоже огромный привет. Обожаю этот город. Ты в Сочи не хочешь? Может быть, мы обязательно приедем с Белосом в Сочи. Так или иначе побываем в этой южной... В южном прекрасном городе, самом лучшем, наверное, курорте России. Не наверное, а точно. А может и всей Европы. Общаетесь с Шевой? Нет, не общаемся. Или я неправильно поступил с Аленой? Согласен, в чем-то согласен с вами. Ты мужчина классный. Спасибо большое. Шахты, привет огромный. Так, я занимаюсь легкой атлетикой, а именно Форт Барри... Так, еще раз. Форт Барри Флоп. В курсе, что это? Нет, не в курсе. Согласен. Так, у вас, как ты думаешь, прав или я? Я думаю, что... Я не знаю всей ситуации, но, скорее всего, не прав. Привет, передай Ряске. Привет, она такая классная. Обязательно передам, зови Безоса. Так, сейчас, вот противный какой.
так, зови к себе девочек и живи. Я сейчас думал об этом, кстати. Передай привет Гришина Лизе. Лиза, Гришина, привет тебе, огромный привет из Гродно. Ты очень хороший. Обязательно влюби тебя, обязательно повезет. Я надеюсь, что уже нет. Привет, Виктор. Здорово, Виктория, 8888. Так, дальше что? Я попустил эфир, и что с Сашей у вас послучилось? Расстались мы, Саша. Привет из Ростова-на-Дону. Витек, Ростов, привет, уже, блин. Я в честь тебя назвал сына, ты умничка, ты настоящий мужчина. Блин, на самом деле очень приятно. Виктор, неплохое имя. Ну, дай бог ему здоровья, счастья вам. Целую вас, спасибо, очень приятно. Привет. Приветули с Тюмени. Тюмени тоже огромный привет. Сколько сейчас у вас время? 23, без 15, 12, короче, сколько так, Илья с Марго, а как же Сорока, не с Марго, а с Маргаритой он общается, привет из КЧР, тоже привет, КЧР огромный, как Шевы, никак, и ебушник сильно матерится в эфире, ну такой он человек, он всегда матерится, он даже вне эфира матерится, езжайте через Краснодар, увидимся, у меня прекрасный муж и двое детей, обязательно проедем в Краснодар. Подойди к Валере. Нет, к Валерке не пойду сейчас. Он там с этой, с молдаванкой, короче. Передай мне привет, пожалуйста. Привет, Виктория, 9212. Опять тебе привет. Каждый эфир тебе привет передаю. Ебарова, конечно, гандон. Ты сам поддерживаешь их пару с Марго. Я говорю вам, двоякое у меня мнение. Я пока не пытаюсь разобраться в их паре. Надеюсь, что все, что говорит Илья мне, это все правда. И он действительно пытался сделать все, что мог. Я просто не был на поляне в момент их расставания с Аленой. Но я знаю, что... В принципе, я думаю, что Алена не такая девушка прорасчетливая, как говорит Илюха. Ну, посмотрим. Я еще выясню все. И потом буду уже говорить свое мнение четко. Тебе не обидно, что Шева сразу прыгнул кому-то в кровать? Мне... За то, что она прыгнула кому-то в кровать, не обидно. Обидно, наверное, что я верил в то, что она может измениться. Так, это прыжки в высоту через планку спиной. Ого, ничего себе. Наверное, ты молодец, классно прыгаешь. Витюша, ты классный, спасибо большое. Не зови Безоса, хорошо, не буду. Почему не рекламирую фильм, в котором ты снимаешь? Не рекламируют? Ну, видимо, еще пока... Один трейлер вышел, насколько я знаю, сценарий есть у вас там, нет сценария. Один трейлер вышел, дальше будет больше. Так, привет из Беларуси. Беларуси тоже огромный привет. О. Слышь, эй, вы хотели же посмотреть урода карлика? Вот он. Урод карлик. Подписчики, как вы с этой крысой в Беларуси общались? Кыш-мышь. Эй, вы знаете, что Илюха с детства берет камни и всякую арматуру, он по-другому драться не умеет. Был ушиб пальца ноги. Так, у меня был ушиб пальца ноги? Нет, вряд ли. А, или у кап. Так, привет. Передай привет. Ой-ой-ой, привет, Юля Лоскутя. Слушай, Яба, а выставь пост со мной, там, типа, ну, человек, на которого я хотел бы быть похожим. Напишу крыса ебучий, не дай бог, был вот такого рода. Конченый. Так. Передай привет Тимохе. Тимоха, привет. Где Ебаров? Убежал он. Так. С Белгорода тоже огромный привет. Тебе обидно, что Шева теперь сраем, когда она тебя так сильно плакала и клялась в любви? Ребят, каждому свое. Пусть так. На самом деле, Сашка так или иначе неплохой человек. Да, влюбчивая. Да, непостоянная. Но она неплохая. Тоже имеет место быть. Поэтому... Что было, то прошло, как говорится, счастье, да и ладно. Что я по-другому общаешься. Смотрю эфир «Дома-2», всегда как будто слова тянул и жевал. Но сейчас смотрю бодрый и на позитиве. Удачи, счастья тебе. Спасибо большое. Большое. Виснет, сохрани эфир. Обязательно. Привет из Эстонии. Эстонии тоже огромный привет. Валера. Покажи сейшика. Сейшика буду еще... Телефончик я не вижу. Что вот посмотреть? Посоветуй. Пожалуйста, фильм «Легенды осени» еще обязательно. 5 минут, если через 5 минут. Кто тебе нравится на проекте? Никто, правда, никто. Передай мне привет, пожалуйста. Привет Адрианости. Сейчас. Адриана Сехместрук. Ну, надо имя написать. Так как смог, так и передал. Что у тебя с голосом? Голос немножко простужен. Ну, не то, чтобы простужен, просто... Просто
Просто так. Так, привет. Ты очень хорош, спасибо большое. У Ильи всегда все виноваты, что, все кроме него. Это да, Илюха умеет говорить просто невероятно. Фу, я бы урод, да. Опять он, фу. Так, ребята, ой, как много смс, извините, что все сегодня не прочитаю. А как же Ира? Ира Пинчук? А что Ира Пинчук? Ира Пинчук симпатична, но не все же ее любит. Правильно? Так. Очень достойно себя ведешь по отношению к Шеве. Достойно, мужчина, молодчина, все будет у тебя прекрасно. Спасибо большое. Так. Хочу к тебе бассейн. Будь с Оксаной. Ну, не буду, ребят. С Оксаной мы просто нормально общаемся. Был в СПБ. Да, был пару раз, но так, проездом, мельком. Скажи резко, что она мега классная. Обязательно скажу. У тебя есть отношения? Нет. Скоро телефон, там сказали. Ну, да, наверное. Привет, ты классный. Спасибо большое. Так, Даша, смешной в воде. Да. Ты похудел сильно. Ну, пока не сильно. Я надеюсь, у меня хватит сейчас энергии худеть еще. Вот. Ну что, на самом деле, спасибо всем большое. Я рад, что большинство из вас довольно добрые и отзывчивые люди, понимающие. Фу, я надеюсь, сейшика не смогу сейчас сейшика показать, где вот сейшик. Где вот я его буду искать по острову? Может, он опять с Оксаной Ряска. Ряска его. Рост 207. Ряска его. Наверное, по острову где-то там ловит. Ныряю. Просто немножко охладиться. Так, дальше. Витя, Витя. А ты еще долго? Я даже не знаю, честно говоря. Вот. Покажи свой торс. Вот мой торс, господа. Вот мой торс. Я, Витя, еще жирненький, но скоро буду похудее. Спокойной ночи. Целую вас, обнимаю. И постараюсь какой-нибудь следующий эфир вести где-нибудь в другом месте. Вы лучшие, друзья. Удачи вам. Целую.